Привет! У нас сегодня тестовый набор от Level Kitchen. Посмотрим, что тут нам привезли. Откроем. За 1500 рублей мы получили 12 блюд. Давайте посмотрим, что там в них входит. Это у нас кулинарные изделия. Макароны с птицей, с курицей. Это у нас рулеты из лаваша с резаной курицей, с рваной курицей. Открываем дальше. Это у нас блюдо из яиц. Омлет с ветчиной, грибами и сыром. Набор вилочек, ложечек одноразовых. Вообще можно посуду не пользоваться, то есть все уже включено. Изделие из мяса курицы. Котлета под шубой из индейки с лапшой удон и кунжутом. Сырники ванильные с миндалем. Две штуки. Все рассчитано, кстати, на питание за расчет того, что 6 раз за день питаетесь. Это очень грамотный рацион. Понемножку, но часто. Это у нас гранола медовая с йогуртом, тропическими фруктами. Это бутерброды, сэндвич с ветчиной, с цыпленком и сыром моцареллой. Бутерброд, тост с мясным чили. Такой треугольничек. Прям сейчас хочется что-нибудь попробовать. Это салат и цезарь с куриной грудкой. Черничный крем-брюле в тарталетке. Тарталетка с ягодами. Салат дачный. Редис, огурцы, зелень. Кулинарные изделия из мяса и субпродуктов. Штрудель с капустой и говядиной соусом. Вот такой вот шикарный набор. Посмотрите, сколько всего. Переходим на режим здорового питания. Вот столько всего можно приобрести по акции. Пробный набор из Level Kitchen. И дальше заказывать регулярно по подпискам. Будут привозить прямо на дом все эти продукты. И за счет где-то 1000 рублей в день можно питаться очень вкусной, здоровой едой. Попробуем. Ревью запишу, подписывайтесь.